Всем привет, с вами Гринни, и это шестая серия наших похождений в RimWorld Hardcore SK Mod Pack. В прошлой серии мы с вами начали отбивать, наконец-то, какие-то рейды от нашей Рэй и достраивали нашу текстильку. Что будет в этой серии, посмотрим. Могилка нашего неудавшегося колониста стала объектом поклонения, а у нас начались заморозки, и это не очень хорошо. Хотя у нас угля и не очень много, но давайте в хоппере отопителя поставим высокий приоритет, максимальный даже. А то, зная приколы Сида Пиу-Пиу, мы можем тут и замерзнуть до смерти спокойно. У нас сейчас март, в принципе, весна, но все равно может быть температуркой далеко за сотню. Давайте нашему Грегори тоже поставим кроватку из шерсти муфала. У нее там бонус к отдыху очень приличный, чтобы, так сказать, не тратить много времени на сон. Вообще, игра RimWorld очень требовательна к мелочам. То есть можно поставить любую кровать и играть, в принципе, нормально. А можно поставить кровать из хорошего материала и играть качественно лучше. То есть персонаж будет спать намного меньше, восстанавливать энергию намного быстрее, и, соответственно, у него будет значительно больше времени на то, чтобы работать. Но это все философия. Давайте вернемся к нашей игре. Кроватку мы достроили, а вторую разобрали. Тут опять же повторюсь, кровати надо обязательно убирать вторые, иначе возникает дебаф за общежитие. Работы на расчистке оборонительных рубежей у нас идут полным ходом. И надо не только это скопать, но еще и убрать все вот эти камушки, потому что за ними противники очень удачно прячутся. А температурка-то на улице нормально так упала. Уже почти... уже минус 130. Да, перекрываем выходы, потому что наши колонисты, к сожалению, не обладают пока такой одежкой, чтобы там спокойно тусоваться. Да и здесь-то у нас в помещении не сказать, чтобы очень жарко. Но я думаю, как-нибудь переживем это дело. Грегори зазвенел бубенцами, поэтому давайте его переведем в основную комнату. Может, хоть там чуть-чуть оттает. И остальным уже, в принципе, не жарко, как я смотрю. Снежинки белые, конечно, пока, но это уже начало. Если заморозки продолжатся, придется всех переводить в гостиную, к печке поближе, пускай греются. И как только руки дойдут, надо начинать швейку. Одежды у нас мало, и та, что есть, скоро может накрыться. Но со свободными руками у нас тоже проблемы, не меньше, чем с одеждой. О, к нам очередное подкрепление, и оно в очередной раз, я думаю, до нас не дойдет. У нас тут ребята в одежде, чуть ли кони не двигают, а этот голый тут ляжками трясет. Мне вот вообще интересно, как они до колонии доходят в таком виде? Ведь постоянно голышом появляются. Даже рабам одежды больше дают, когда их покупаешь. А, кстати, вообще уже температурка-то поднимается. Так что можно открывать выходы. На улице-то уже минус 80, а в помещении, как обычно, еще 110. Но это называется закон подлости. Гринни перенес кровать в гостиную, значит, заморозки заканчиваются. Не, не дойдет, товарищ. Может, док дотащит, но а что толку-то? Она голая. Или он, не знаю. Если свалится без сознанку, то помещения-то у нас все холодные. Не спасет ее то, что дотащим. Все, свалилось. Давайте попробуем. Хотя, честно говоря, даже и не знаю, поможет это ей или нет. Там все равно температура конкретно минусовая. По всей видимости, не поможет, потому что у нее все смертельное заболевание. А температуру нам тут поднять нечем. Ну что, появится еще один объект для поклонения во дворе в виде второй могилы. Мы, конечно, поставим вторую печку, но ее даже достроить, мне кажется, не успеют. Печку только начали строить, а она уже мертва. Так что копаем очередную могилу. Не уследил. Наш быстрый повар Чиф успел разделать эту тетку раньше, чем Грегори построил для нее могилу. Поэтому хоронить мы ее не будем, мы ее просто съедим. Ну, она же хотела пригодиться колонии, вот она нам пригодится в виде своего мяса, костей и кожи. Глядишь, может быть, построим из нее какое-нибудь кресло или кровать, или перчатки сошьем. Да, игра вообще просто супер. Прививает человеколюбие и любовь к павшим. И к нам пришли гости.
нехилая такая толпа, но Рей начинает проявлять себя во всей красе. Будем встречать бойцы по амбразурам и обязательно перезарядочку. Так, ну и режим стрельбы точный. И ждем ребят. Им, в принципе, до нас осталось недалеко. Опять они со своим гениальным искусственным интеллектом уткнулись. А они не уткнулись. Пошли. Наконец-то генерал Мороз не возьмет свою победу. Победу в этот раз... Да. Опять генерал Мороз победил. Ну ладно, что, расходимся. О, покушать хоть принесли. И ладно. Если мы хотим мяса, надо срочно поднимать стоимость колонии, потому что иначе к нам так и будут приходить голожопые аборигены и будут умирать просто от холода на подходе к базе. И у нас у Чифа с просонией снесло крышу. Вот что называется встать с левой ноги. Теперь придется остальным колонистам правой ногой засадить ему в ухо, чтобы он успокоился. Надеюсь, что они его не грохнут. А то будет крайне печально. Он у нас основной ремесленник, единственный повар. В общем, потерять его мы никак не можем. Да уж. Либо Чиф какой-то железобетонный, либо остальные ребята какие-то совсем рукопопые бойцы. Вот так бы он сражался против врагов. Со своими-то вообще может выстоять там несколько минут. О, наконец-то завалили. И даже не убили и не нанесли никаких страшных увечий. Теперь давайте его спасем. Все, пускай полежит, отдохнет и подумает о своем поведении. Хорошо, хоть еды успел наготовить достаточно и теперь может спокойно полежать на больничном. Хотя, помимо еды, там еще много чего надо делать. И то, что он валяется, это не очень хорошо. Поставим на место кроватку Грегори. Вроде как потеплело у нас, и можно переехать обратно в свою комнату. Так, что это у нас? Ага, наша единственная электростанция приказала долго жить. Вряд ли он успеет ее потушить. Скорее всего, сгорит сейчас. Не, успел. Молодец. И Чиф даже присоединился там со своей больничной койки. Могилу очень вовремя копаешь. Уже давно человек, который там должен был лежать, был съеден. А наконец-то для него могила готова. Классно. И наконец-то у нас дошли руки до швейки. Давайте-ка закажем шапочку. Посмотрим, из чего ее там будут делать. И уберем из доступных материалов ткань и конопляное полотно, потому что из них получаются не очень хорошие изделия для низких температур. Теперь шапки будут шить из всего, за исключением ткани и конопляного полотна. Чиф, радостно довольный, бросил свою кухню и пошел шить. Но процесс это очень-очень долгий, особенно если, как я, тупануть и построить станок из стали, а не из алюминия, и если не поставить туда еще парочку швейных столов, ну, не швейных столов, там тумбочки такие есть, но на них у меня пока нету материалов, там нужно, по-моему, если не ошибаюсь, синтетическое волокно. Можно поставить максимум две такие тумбы, и каждая из них ускоряет производство там значительно. А без них на каждую шапку надо будет 2 дня примерно. Очень уж долго он шьет, видимо, кроит там, я не знаю, с 10-й попытки. И шить учится прямо на ходу. Иголку с ниткой там первый раз в жизни увидел. Но швейка швейкой, а мы давайте начнем перестраивать наше оборонительное сооружение и начнем с того, что выровняем стену относительно горы. Ага, а наша шапка тут, кажись, попала сразу на разбор, потому что у нее качество не отличное. Не, ребята, пока... Мы не будем разделывать такие вещи. Давайте понизим здесь до стандарта. А то навыки еще не очень крутые. И можно так все вещи, которые сделаем, разделать подчистую. Давайте посмотрим, кому там дать. Ну вот, давай, ты ее и оденешь. Что сделал, то и будешь носить. Закажем еще рабочие кожаные перчатки. Вообще перчатки обязательно надо одевать, иначе колонисты себе могут и в процессе работы пальцы оттяпать, и отстрелить им их могут. Короче говоря, вещи очень полезные. Здесь тоже мы снимаем вот эти вот кожи, потому что они дают мало защиты от холода. И пускай они делают из шкур, из разных эти перчатки.
А мы тем временем выберем новую технологию для исследования. Давайте, наверное, циркуляцию воздуха выберем, потому что там у нас промышленный обогреватель, который, я чувствую, нам может понадобиться достаточно скоро. К примеру, следующей зимой. Сделали мы очередные перчаточки, но качество у них плохое. Правда, так как у них состояние хорошее, поэтому, наверное, нам придется их все-таки одевать. Потому что у наших состояние это вообще не айс. 18% он уже жалуется на то, что носит рухлядь. Пускай хотя бы плохого качества, но потаскает. И сделаем еще несколько комплектов на остальных колонистов. Первая часть переделки наших оборонительных сооружений завершена. И теперь надо будет немножко переделать эту переделку. А параллельно надо выбрать новое исследование. Я думаю, пускай изучат электричество следующего уровня. Сейчас ничего конкретного нам не надо, а это пригодится нам в любом случае. И давайте расчистим здесь помещение под нормальные комнаты для наших колонистов, чтобы получать уже не дебаф, а баф к настроению за помещение, в котором они живут. А то ютятся бедняги в каких-то туалетах. Естественно, им ничего в этой жизни не нравится. И посмотрим, что у нас со швейкой. А на швейке у нас Чиф завершает очередные перчатки, и так как он их сделал плохими, ему видно стыдно, он их решил сразу разобрать, чтобы никто ничего не заметил. Но мы не настолько безглазые, и мы заметили, что он сделал стандартные кожаные перчатки, и давайте их кому-нибудь отдадим, а не разделаем на запчасти и не профукаем всю ту работу, которую провел Чиф. Сейчас, как говорится, не до жира. Это потом я буду использовать исключительно отличные, там, легендарные или шедевральные вещи. А сейчас главное, чтобы они были по состоянию нормальные. И давайте вернемся к нашему строительству. Пещерку в скале под комнату мы уже вырубили. И теперь давайте, собственно, наметим будущую комнату. Вот каким-то таким вот макаром. И здесь надо будет, наверное, вот это все дело скопать. Вот так вот. И здесь построим еще одну вторую комнату. Ну и продлим все это дело вниз. Где-то сделаем там 4 на 5 комнат. Такого размера, я думаю, вполне хватит нашим колонистам для счастливой жизни. Теперь добавим нижнюю стенку. Продлим немножко сюда. И завершим вторую комнату установкой двери. Теперь осталось только достроить стены, поставить дверь. И можно переносить сюда кровати. Единственное, что забыл, в новую комнату, естественно, надо новые полы. Так что замостим давайте плиточкой. Строительство комнат подходит к завершению, а мы давайте добавим в швейку еще теплые сапоги. Шапки, перчатки у нас есть, теперь нужны как раз сапоги, а то в перчатки на ноги одеваются очень неудобно. Здесь опять-таки мы уберем кожу человека, нарна, и прочих человекоподобных существ, потому что она ни разу не греет. И теперь можно дождаться, пока Чиф все это сделает. А Грегори тем временем, не дожидаясь завершения строительства, переезжает в новую комнату вместе со своей кроватью. Осталось только булыжники отсюда убрать, вот, чтобы как-то немножко покомфортнее все это выглядело, и можно жить. Вот это я уже понимаю, блаженство. То есть у него баф к настроению от того, что у него офигенная комната. Так что стройте нормальные комнаты своим колонистам, и у них будет значительно лучше настроение. Хотя вот надо немножко, наверное, расширить комнатку, сделать ее все-таки 5 на 5. А ту комнату, соответственно, тоже мы расширим влево. Вот, теперь это вообще хоромы практически, и я думаю, что ему теперь вообще здесь понравится жить. Хотя, сейчас посмотрим. Ну нифига себе, тесновато! Нет, это сколько же ему надо-то? 5 на 6? 6 на 6? Не, он оборзел. Нет, парень, как бы будешь жить так, как есть. Потом тебе, может быть, добавим каких-нибудь ништячков туда, кресло, еще что-нибудь, вот, для поднятия настроения, но не больше. Помещение... Куда уж больше увеличивать-то? Совсем зажрался наш строитель. А Чиф тем временем сделал сапоги. Так, явно не эти. Ага. То есть он их уже хитро одел на себя. Да, вот они.
сапоги из немецкой овчарки, стандартные. Ну, в принципе, сам сделал, сам одел, все честно. Неплохо было бы еще на других сделать. Ну, я думаю, сейчас сделает. И к нам наконец-то прилетел космический торговец. Давайте посмотрим, что там можно продать. Я думаю, что продать можно всякие шкуры. Да, тут у нас достаточно много шкур, которые в небольшом количестве. И их мы со спокойной душой продаем. Потому что сделать с них ничего не можем, а место они на складах занимают, как и те, которых много. Так, все это мы продаем. И что-то денег у нас не особо много, но в принципе мы и продаем-то не так уж много. Главное сейчас продать там, во, кожа человека сразу так, смотрите, добавилось денег нехило. Так, слона, нарбальскую, раптора продадим, хитин, тоже, кстати, денег нехило. Ну и вот между делом мы как бы набрали уже 2000 монет. Если бы у него еще была еда на продажу, то мы бы сейчас закупились очень даже неплохо. Но раз нет еды, давайте вот закупим пластик. Он нам понадобится для производства отопителя промышленного. И он же нам понадобится для производства интегральных микросхем. Еще прикупим, давайте, медикаментов штучек 5. И на этом завершим наш шопинг. Чиф наконец-то смог сделать отличные сапоги. Так что мы растем. У нас скоро будет нормальный шмот на нормальную температуру. И мы не будем больше переносить наши кровати, не пойми куда, как только начинаются заморозки. Но это только начало во всех отношениях. И в текстиле, да и вообще в развитии колоний. Нам еще предстоит сделать очень и очень много всего. Сапоги мы сделали, теперь давайте сделаем пуховички для наших ребят, чтобы им было вообще тепло. Тоже здесь убираем ткань и конопляное полотно, а дальше они сами выберут, из чего делать. Ну, естественно, кожа людей тоже убираем, потому что с них ни о чем получаются вещи. Ну что, чиф приступает. Ага, землетрясение. Что у нас на этот раз развалится? Или нас Рэй порадует? Да, она нас порадовала. Это опять слабенькое землетрясение. Чуть-чуть потрясло и отпустило. А к нам прилетел очередной торговец. У него особо ничего нету, конечно, что нам нужно. Но давайте закупим у него немного риса и угля. С рисом мы сможем делать вкусные блюда. Ну а уголь, он, понятно, нам нужен для выплавки. И чтобы за ним не бегать, проще иной раз его покупать. И теперь нам нужна кухонная плита, чтобы готовить эти самые вкусные блюда. Все, плиту мы сделали. И теперь, собственно, делаем вкусное блюдо. Тут мы выставим бесконечно. А здесь разрешим использование мяса человека. И теперь к дебафу минус 20 за поглощение еды мы получим баф плюс 4 или плюс 8 за поглощение вкусной еды. То есть так немножко компенсируем настроение от каннибализма. На этом мы завершаем эту серию. В ней у нас не произошло ничего такого суперзначимого. Мы начали наконец-то делать одежду. Мы построили кухонную плиту и перешли с простого мяса на вкусные блюда. Ну, в общем, просто развиваемся. Если вам понравилась эта серия, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Заходите ко мне на стримы и в группу ВКонтакте. Группа, кстати, очень полезная. В ней я пишу анонсы стримов и выкладываю также все видео, как и на канале. С вами был Грини. Всего доброго и всем пока!